Итак, как экспортировать текстуры в TIFF 32 бита? Рисуем любой объект. Я на примере шарика буду показывать. Вот. Там, допустим, какие-то текстуры. Roughness. Там, не знаю, цвет какой-нибудь сейчас. Типа... блин, короче, не важно. А, ну да, вот работает. Не важно, какой цвет там, какой бамп и так далее. Файл, export object and textures, выбираем PBR specular, если будем рендерить в офлайн рендерах, таких как V-Ray, Arnold и так далее. И metalness, если рендерим в движках. Затем вот здесь вот TIFF. И везде выбираем именно TIFF 32 бита. В принципе, все. Если ничего не забыл, можно добавить дополнительные текстуры с помощью кнопки Add Texture. И нажимаем ОК. Указываем путь. Открываем Photoshop. Проверяем любую из текстур. Например, Diffuse. Image, Mode. Как видим, 32 бита. Все отлично. А вопрос, кстати, был от Маргариты. Я что-то поспешил отвечать, а не сообщил. Вот вопрос в группе. Это все, что я хотел рассказать в данном видео. Благодарю за просмотр и желаю хорошего настроения.